Привет всем! Сегодня у нас точная Ева до беста. Погнали. До беста, значит, да? Погнали. Понимаю. Может мне с ножом побегать? Первые этажи. Знаете, я готов рискнуть. Ага, это и так работает, да? То есть мне надо призвать, и на одну комнату у меня будет нож. Прикольно, что этот челик тоже как бы с ножом. И в итоге мне сердце выпало, да? А, чуть не задел его. Банка с сердцами. А зачем мне банка с сердцами, если я буквально получаю сердца и сразу же их конвертирую? А давайте взор... Неважно. Там было синее сердце. Который не попал. Доп это неплохо. Даже неплохо. Я мог, наверное, босса убить, с него мог бы быть пап. Я бы тогда синее взял сердце. Топ, они шубдовуп копируют? По-моему, да. Или нет? Или я путаю? Не-не, они не копируют. Я путаю шубдовуп с этим самым огоньками. Убьет они. Они же активки не используют. Это какой-то неловкий шотспид, если честно. Вот за бета не, если шубдовуп найти. Это прямо сумасшедше получается. Ну, сейчас у меня уже достаточно много блёбиков, я могу их перепризывать, чтобы они лечились. И, в принципе, уже... Хорошая ситуация получается. Уже разогнался. Плюс шубдову помогает. Начальную вот эту болевую точку преодолел. Если сейчас хп еще выпадет, будет просто великолепно.
Ячмень это тоже хорошо. И в золотую. Полифем. Теперь я вообще раз в вечность буду стрелять. Ну ладно. Интересное. Интересное событие происходит. О боже, я реально раз в вечность стреляю. Если продолжать удерживать атаку, просто нажимать Симториум тогда, когда нужно восстановить, это когда у тебя уже мало сердец для того, чтобы полечить челиков. Они, короче, у них перезарядка циклируется. В итоге получается так, что они друг за дружкой постоянно стреляют беспрерывно. А что если именно так за его и надо играть? Я только сейчас это понял. То, что она с низкой скорострельностью, но когда ты как раз вот так беспрерывно призываешь их, то это вообще не ощущается. Вообще я схожу в проклятую. Пост гаппи. Как-то мало на ГПСПР его было, да? По-моему, я обещал никогда я с ним не играть. Но, видимо, я наврал. Опасная комната. Что бы это могло быть? Захар глаз иском что-то там. О, у меня магнит. Но какой-то странный магнит. А нет, все нормально. Магнит же не работает на все вообще пикапы. Надо полечить их, наверное. Хватит. Можно мне хп-ап? Очень не хватает хп-апа. Я слил сделку, но там был маленький шанс, так что все в порядке. А, ну да, я теперь хп-апы не смогу получать. Точно. Хрен мне теперь они хп-апы.
Ух, как хорошо получилось с Полифемом-то. Черное сердце выпало. Круто. Пауз. Демишап. Меня зарулило? Меня зарулило. Ну, теперь у меня куча хп. Видимо, это D4 какой-нибудь. Поэтому я его дважды не буду использовать. Теперь у меня нет Полифема. Походу, это был D100, потому что у меня еще статы изменились. Теперь у меня куча хп. Я предпочту даже это больше, чем Полифем. Потому что с двумя сердцами было как-то некомфортно. И да, глючные короны... Глючные короны, говорю. Глючные предметы не ролятся. Как бы ты ни пытался. Я заметно слабее стал, но теперь я не умру так просто. Впрочем, я могу не посещать золотые комнаты, пить дальше, но этого мне ничего не будет. А, подождите. Я заролился, и руинер у меня тоже заролился. А как же забег с руинером? Зато у меня куча хп появилась. Я не знаю, откуда именно столько. Но пусть будет. Блин. Я каждый раз пытаюсь выбить кубик. И не получается. Чаще всего он банально не выпадает. В моем глючном единственном предмете, единственное, что у меня там понятно, это магнит. Больше я не понимаю, что там может быть находиться. Будет забавно внезапно осознать, что там что-то не очень хорошее. Точно. К сожалению, наш обдавоп не работает аккумулятор. Но крокодильчики могут работать. В принципе, я возьму и то, и другое. Потому что активку я могу и поменять. Карта дурака. Зачем она мне сейчас? Как она мне может помочь? Давай, что она мне сейчас нужна? Я могу вот что сделать. Я могу оставить и Эмпресс здесь, и карту дурака оставить тоже. На обратном пути, как минимум, Эмпресс я возьму, чтобы посильнее быть. Дурака можно, конечно, с собой взять. Но смысла в нем сейчас нет.
Надо красных сердец найти, чтобы циркуляция была. Забавно. У меня как бы много здоровья, но мало блёбиков. В итоге я их засасываю и регулировать сложно. А у меня только что появились новые? Ладно. Я, видимо, подобрал сердце, даже не заметил. Окей, теперь у меня все хорошо. Теперь у меня циркуляция крови будет в норме. Как же шубдовоп тащит? Почти закрыл четвертый свой дедгод. Понял, как играть порченной Евой. Вообще, справедливости ради, эту версию Евы я не играл до этого файла. О, теперь у меня будут большие выстрелы. И это хорошо. Вообще, у меня много ключей, можно зайти в комнату вызова. Не хочу проходить ради одного маленького сундука. Я их разбросала. Да? Умные очки. Не стоит тратить бомбу. Мешки больше всего хороши тем, что там бомбы и ключи часто. А тратить последние бомбы на то, чтобы открыть мешок, это что-то как-то бредово. Я немножко потерял армию, походу. Так, идем на беста. Значит, что альт-путь не нужен. Надо было сначала зарядить шубдову, потом в большую комнату заходить.
Почему я забыл про вот эту вот фигню? Я же могу их оставлять в другой части комнаты и наносить огромное количество урона. Это не самый удобный способ, на самом деле. Но когда их много, наверное, даже босса может убить. На босс-раш я немножко опоздал. Взорвем челика. Зайдем сюда. Это будет немножко долго. Я удивлен, что он выжил. Бомб что-то нету. Я останусь еще девопом. Мануал может дать что-нибудь прикольное, типа, например, пары. Стоп, у меня еще и аккумулятор. У меня еще и аккумулятор. Блин, наверное, я все-таки останусь с мануалом из-за аккумулятора, да. Это звучит очень хорошо. Причем мне дважды дали пару, серьезно? Какие шансы этого? Какие шансы у этого? Надо немножко постоять, чтобы полечить их. Вот так. Теперь они чуть более здоровые. Еще один магазин будет в будущем. И про карту дурака надо еще не забыть. Если честно, мне лень забирать это все. Последняя бомба. Так, дурак у меня. Наверное.
Я так и знал, что мискликнул. Я так и знал, что я мискликнул. Потому что я остановился, это переключило. И в итоге у меня не то, не то. Я все еще себе могу успеть на хаша, в принципе. И пройти другую концовку. Я сначала остановил их для того, чтобы потом засосать. И когда я их остановил, они в итоге оказались в другом месте. Точнее, карта оказалась переключена. Кто придумал на одну и ту же кнопку это делать? Так, мне надо вниз. Идем на хаша и на ламбо. Ой, как хорошо их подорвало всех. Алло, просыпайся. Нормально. Мне 4 минуты, чтобы успеть на хаше. Если этот этаж не такой запутанный будет, все должно быть хорошо. Этот брелок явно получше. Более не абсолютно ненужные часы, тиговые очки. Слишком уже поздно для золотых комнат. И на комнаты хаша не работают эти очки. Они там могут именно, вот ключевое слово, исполнить новый предмет, который будет с вопросиком. Будет неизвестным, как на альпути. Я просто взорву. А, у меня нет бомб. Этот этаж действительно запутанный. Бомб, как назло, нету. И комнаты красные. Я этот этаж-то не пройду за 30 минут. Хаша надо убить в этом забеге обязательно. Так, проклятия нет.
Надеюсь, я в нужную сторону иду. Потому что если нет, то я опоздал. Кажется, я опоздал. Можно побольше комнат с хостами и телепортирующимися чуваками. Я как-то недостаточно опаздываю. Это весь огромный тупик. Но я так быстро получил вторую рун. Еще минута есть. Хорошая комната. Пофиг на секретку. Я еще могу успеть. У меня еще есть возможность успеть. Почему ты не умерла? Не, не успел. 2 секунды не хватило. Почему этот глаз не умер? Я четко видел, что он умер. Но он не умер. Мне теперь придется еще один забег за его делать. Теперь мне придется еще один забег делать за его. Мне вниз. Сумасшедшая комната. Еще одна тупая комната. Игра хочет, чтобы я умер, видимо. Еще одна замечательная комната. Как я мог собрать абсолютно все самые ужасные комнаты Шиола подряд?
Молодец, дилером. Ну вставай. Как только я взял в руки нож, все стало сразу же гораздо лучше. Хотя все-таки в основном это комнаты меня поимели сейчас. Не то, что нужно. Хочу ли я снова нож взять? Мне кажется, мне лучше нож взять, да? И без урона проходить. Блёбиков призывать нельзя. Если я призову хотя бы одного блёбика и получу урон, я умру. Окей. Нет. Это не то, что нужно. А бомб-то нет. Я не могу нормально выстрелить из-за замедления. Нет, не бери. Паша, жалко. Ну, теперь у меня открыт странный ключ. Это очень иронично, потому что я именно в этом забеге не успел на Хаша.
Охранный ключ, когда вы его носите, хаш никогда не будет закрыт. Он будет, независимо от времени, всегда будет доступен. Также у странного ключа есть комбинация. Если у вас есть странный ключ и Пандора, активация Пандоры дает 5 предметов с рандомного пула. Причем не просто с рандомного, там один всегда дьявольский может быть, другой всегда может быть планетарским. Короче, там не просто как, не как с хаосом, там как-то он более-менее стабильно это делает. То есть один там ангельский, дьявольский, там боссовский, планетарский и так далее. Секретки. Какие-то там специальные пулы, короче, будут. Ну и так или иначе, на Еву еще придется 2 забега сделать. Ну и на этом все. Всем удачки.